Как вы собираетесь победить безработицу? Мы его уже победили. Мы за 200 лет добились таких успехов, которых вы не добьетесь никогда. Франко-прусская война. Это война между демократиями или диктатурами? Действительно, это война между монархиями, вы знаете? Ну, в финском языке есть слово «вазика» от русского «извозчик». В начале 20 века русские извозчики в Петербурге жаловались на финнов. Те демпинговали, готовы были возить задешево. Через 70 лет строительства социализма представить себе финна, психически адекватного, который переехал бы в Ленинград и стал работать таксистом, было уже довольно сложно. В 1931 году Ягода докладывала о смертности среди детей выселенных кулаков. 15% в месяц, то есть 85% в год, примерно как в нацистских концлагерях. Дети кулаков сильно провинились перед советской властью, тем, что родились неправильно, точно как дети евреев, поляков, русских перед Гитлером. Все было не зря, детей на станки поменяли по выгодному курсу. Советский Союз добился невиданного изобилия. Например, «Волга» в середине 80-х годов стоила 16 тысяч рублей. 12 годовых зарплат начинающего инженера. В Японии аналогичный автомобиль стоил примерно 9 зарплат, только месячных. Но неужели главное 40 сортов колбасы? Главное в другом. Например, в свободе. Свободы в Советском Союзе было очень много. Например, как с гордостью замечал мой оппонент, всякий советский гражданин мог сесть в самолет и свободно полететь в Магадан. Люди со всего мира рвались пожить в свободном социалистическом раю, поэтому границу держали на замке 250 000 пограничников. За свободой слова внимательно следили 200 тысяч офицеров КГБ, Комитета говорильной безопасности. Что еще важно? Еще важно здоровье. Тут тоже все было отлично. Например, операции на сердце в 300-миллионной стране делали в 4 городах. Первую успешную операцию по пересадке сердца в Советском Союзе сделали через 20 лет после США, когда там она уже стала обыденностью. Министр здравоохранения Чазов в 87 году обнародовал данные. Каждая шестая больничная койка в стране не обеспечена водой, даже холодной. 30% больниц не имеют канализации. Оснащенность койки в среднем в 10 раз ниже, чем в США. Африканская запредельная нищета. Но может это было только у нас. В 59 году Куба была одной из самых процветающих стран Латинской Америки. По числу докторов на душу она находилась на 11 месте в мире, обгоняя подавляющее большинство европейских государств. Подушевой выпуск примерно равнялся японскому. За последовавшие после революции 35 лет кубинский выпуск упал на четверть. В соседнем Пуэрто-Рико под управлением капиталистических штатов вырос четверо. Верить буржуям не надо. Может быть, ВВП – это их нехорошая придумка. Достаточно просто приехать в Гавану и посмотреть на ужасающую нищету. На автопарк родом из 50-х, на проституток и проститутов, на разваленные дома и прочие достижения социализма. Впрочем, кубинская медицина, конечно, остается лучшей в мире. Недаром ведь кубинцы на рыбацких лодках плывут через Мексиканский залив во Флориду, чтобы сделать простые и оплачиваемые по американской госстраховке операции, которые у них в стране просто не умеют делать. Китай в эпоху социализма был нищей страной, которой голод унес 40 миллионов человек. После начала рыночных реформ средний китаец стал богаче примерно в 11 раз. За 30 лет после начала реформ Дэн Сяопина китайская экономика выросла в 18 раз, то есть росла на 160% каждое десятилетие. Для сравнения, в 30-е годы, с 28 по 38 год, советский валовой продукт вырос всего на 70%. В Китае не было коллективизации, в Китае не было репрессий, в Китае не было Сталина. Как же у них это получилось? На костях русских крестьян Сталин добился успехов, выглядящих смешно в сравнении с успехами послевоенных капиталистических Японии, Южной Кореи или разрушенной войной Германии. Южнокорейский ВВП после Корейской войны был ниже, чем в Сомали. То же самое касалось Германии, которая до момента раздела была примерно на одинаковом уровне, восточная и западная. Через 40 лет в Восточной Германии ездили на трабантах, в Западной на БМВ. Подушевой ВВП в Восточной Германии был вдвое ниже. Таких примеров можно приводить огромное количество. Каждый раз социализм приводил к нищете, каждый раз он приводил к диктатуре, каждый раз он приводил к сотням тысяч, к миллионам трупов. В Эфиопии, в Анголе, в том же Сомали, да где угодно, во Вьетнаме. Каждый раз социализм приводил к катастрофе. Как говорили наши мудрые предки, на воротах серпь и молот, а в колхозе смерть и голод. Предложение не обсуждать то, что было раньше, меня больше всего радует. Каждый раз, когда социалистический проект не удается,
Выходят социалисты и объясняют, что в этот раз было все неправильно, но дайте нам возможность, и у нас-то все получится точно правильно. Что касается кризиса и что касается безработицы. Капитализм в полной мере развился в начале 19 века. В то время уровень жизни английского рабочего составлял примерно 6 тысяч рублей в месяц. Это примерная зарплата в начале 19 века. Сегодня обычный английский рабочий зарабатывает 1-2-3 тысячи фунтов в месяц. За 200 лет капитализм добился таких успехов, каких не добивался никакой другой социальный строй никогда в истории человечества. На территории Англии. На территории Англии, на территории Западной Европы, на территории Китая, который составляет, в котором живет пятая часть населения страны, с момента начала капиталистических реформ, рыночных, уровень жизни вырос в 11 раз. На территории Индии, где в 91 году начались рыночные реформы, и где тоже живет пятая часть населения мира, с момента начала рыночных реформ в 91 году уровень жизни вырос во много раз. На территории всей Западной Европы, на территории Северной Америки, везде, где устанавливались хорошо защищенные права собственности, где устанавливался капитализм в полном мере, везде происходило быстрое экономическое развитие. Ни один из социалистических проектов не привел к благоденствию, не привел ни к чему, кроме диктатуры и нищеты. Исключений из этого правила нет. Советский Союз 80-х годов, безусловно, самый успешный социалистический проект. При этом Советский Союз 80-х годов – страна бедная по меркам Западной Европы, а в отдельных случаях просто нищая. Почему бы не ответить на мой вопрос? Как вы собираетесь победить безработицу? Мы его уже победили. Мы за 200 лет добились таких успехов, которых вы не добьетесь никогда. Мы добились такого благоденствия, которого вы никогда не добились и никогда не добьетесь. Окей, принимается. Это первая часть. Супер. Как со второй? Да, экономический кризис – это большая проблема. Я думаю, что разрешить эту проблему капитализм не в состоянии. Проблема заключается в том, что альтернативой борьбе с кризисом, альтернативой кризиса вы предлагаете социалистический проект. Я не хочу сейчас отнимать у вас слово. Я хочу узнать, каковы ваши рецепты. Нет, у нас есть рецепт, мы должны быть готовы к тому, что капитализм несет с собой определенные издержки. Социализм неизбежно несет с собой безработицу, неизбежно несет с собой кризис. Проблема заключается в том, что выгоды капитализма превосходят издержки его во много-много раз в сравнении с другими социальными проектами. Маркс в своих работах давал несколько предсказаний по поводу будущего развития человечества. Одно из этих предсказаний – это правило абсолютного и относительного обнищания пролетариата по мере развития капитализма. Это правило учили в советских вузах, и одного профессора Санкт-Петербургского, теперь уже Санкт-Петербургского университета, отчислили за то, что он на экзамене по марксизму-ленинизму отказывался про него рассказывать. Считаете ли вы, что сегодня рабочие в западных странах, где капитализм развивался 150 лет, абсолютно и относительно обнищали, по сравнению с уровнем середины 19 века, когда Карл Маркс писал свой «Капитал»? Можно отвечать? Нет. Кроме этого, было несколько других предсказаний. Например, о том, что по мере развития капитализма будет происходить неизбежная концентрация производства, будет происходить неизбежная монополизация. Вы на эфире с Михаилом рассказывали о том, что в Соединенных Штатах малый бизнес не производит практически ничего. Это очень легко проверить. Малый бизнес в США производит 44% ВВП. При том, что в 70-е годы он производил меньше, 40%. Фермеры, семейные фермеры, это только один из видов малого бизнеса, обрабатывают 52% земли в Соединенных Штатах. Этот прогноз Маркса не оправдался точно так же, как и закон абсолютного и относительного обнищания пролетариата по мере развития капитализма. Наконец, третий прогноз Маркса... третий прогноз Маркса, который он давал, о том, что социалистическая революция в первую очередь произойдет в самых развитых странах. В Англии, во Франции, в Германии. Впоследствии он пытался немножко скорректировать свою позицию, говоря о том, что революция в России также возможна, если она произойдет одновременно с революцией в Германии. На практике мы видим, что революции в развитых странах не произошли нигде, и напротив, они произошли в странах самых отсталых, в Эфиопии, в Вьетнаме том же самом, в Китае, в России, в Царской России.
Казахская Россия как раз была средней развитой страной, поэтому она и оказалась одним из самых успешных социалистических проектов. В отличие от, например, поэтому она оказалась достаточно отсталой, чтобы там произошла революция. Я бы так дополнил. Хорошо, считайте так. А почему ни один из трех проектов Маркса не оказался реализован, и при этом вы продолжаете считать, что он был абсолютно прав? Но я хочу заметить, что между социалистическими странами 10 лет шла война между Вьетнамом и Китаем. Так что вряд ли война является уникальной особенностью капиталистического строя. Вообще война, как говорил Гераклит, мать всего, и вряд ли она является порождением капитализма, и вряд ли за нее можно винить капитализм. Эмпирический факт заключается в том, что либеральные капиталистические демократии друг с другом не воюют. Если вы найдете исключение, я рад буду его услышать. По крайней мере, почти все войны 20 века велись между диктатурами, проводившими в той или иной степени... Франко-прусская война. Это война между демократиями или диктатурами? Действительно, это война между монархиями, вы знаете? Ну... Я вас обрадую. Там во Пруссии как бы было королевство, а во Франции был Наполеон. Как вы думаете, Наполеон из-за демократии или нет? Вы согласны, да, Наполеон очко, да. За демократию? Все, хорошо, все. Согласились. Наполеон был великим демократом, и первый, и третий, и второй, и пятый. А уж прусские короли так вообще. Этот аргумент в отношении капитализма не работает вообще в принципе. В Советском Союзе расходы на оборонные нужды были одними из самых высоких в мире. Китай с Вьетнамом вели войну. Китай с Советским Союзом готовили полномасштабную войну. Это мы все знаем. Мы говорим о дне сегодняшнем. Капитализм точно так же, как он решил вопрос безработицы, он точно так же решил вопрос войны. Либеральные демократии друг с другом не воюют. Я не понимаю. Вот за последние два... Ответ закончен или нет? Ответ закончен. Я хочу, поскольку у меня осталось время, еще немножко сказать. Во-первых, по поводу малого бизнеса. 70% японского автомобиля, среднего японского автомобиля, создается малым бизнесом. Он не создается корпорацией Toyota, он не создается корпорацией Mitsubishi. Он создается малым бизнесом, который работает по системе Just in Time, он создается малым бизнесом, который работает по контрактам с корпорацией Toyota, Mitsubishi и так дальше. Не знаю, можно ли считать производителей автозапчастей, двигателей и так дальше парикмахерами. Ну, в общем, считайте, как хотите. У меня дальше к вам такой вопрос. Вы называете марксизм научной теорией. Проблема заключается в том, что сам марксизм основывается на гегельянской теории абсолютного духа. Эта гегельянская теория, она звучит примерно так. Каждое человеческое создание является манифестацией некого общего абсолютного духа, и при столкновении двух этих манифестаций неизбежно один становится господином, другой рабом. Маркс перенес это на социальную сферу, просто у него вместо господина и раба появились пролетариат и буржуазия. Питер Зингер, один из самых известных современных философов, пишет, что Маркс создал свою теорию антагонизма классов, которая движет всей мировой историей. Ведь это так? Он создал ее не на основе анализа истории, не на основе анализа экономики, а на основе прочтения Гегеля, на основе его глубоко научной теории абсолютного духа. Какое отношение гегельянская теория, какое отношение вся эта Нарния, Авада Кедавра про абсолютный дух, интерпретированная Марксом, имеет к науке? Почему вы называете научной теорию, созданную исключительно на философской концепции одного немецкого философа начала 19 века? You have one old message. Tuesday, 5:48 a.m.